Все, ребят, всем привет! Мы с вами находимся в центре развития интеллекта «Умный» в городе Ломоносов. И мы сегодня на курсах видеомейкинга вот с пацанчиками разговаривали про взрослых. Послушайте про себя, пожалуйста. Взрослые – это люди, которые работают, ухаживают за своими детьми. То, что взрослые – они взрослые, а дети – они дети. Я знаю про взрослых, что они взрослые, то, что они ходят каждый день на работу, у них есть отпуск. Например, у моей мамы пока что нет отпуска, потому что она взяла две работы. Она работает и логопедом, и пишет бумажки, как воспитатель. Я хочу сказать, чтобы они меньше были серьезными, а побольше простыми. А вот Ярик, короче, он больше всего на свете любит птиц. Я, к сожалению, пришла под самый конец, но ребята говорят, что было очень интересно. В следующий раз я приду в самое начало. Еще взрослые иногда командуют детьми. Ну, это всегда происходит в воспитательных целях. Они зарабатывают деньги на еду, чтобы кушать. Когда маленький ты еще есть, то ты не понимаешь, ты думаешь, что на тебя взрослые орут, как бы ругают за то, что они не поступают неправильно. А потом ты просто вырастаешь и понимаешь, что они заботятся о тебе и дают тебе как бы уроки. Ну, они очень хорошие, добрые, особенно мама. Мама самая лучшая, чем папа. Но есть одно преимущество. Семья – это жизнь. Это целая жизнь, семья. Про бабушку я скажу, бабушка у меня тоже хорошая, тоже нормальная. Она живет в Лебяжье. Это поселок, но я называю это деревней маленькой. В Лебяжье, ну, то, что я хотел ей пожелать, чтобы она оттуда побыстрее уезжала, переезжала в Ломоносов, или хотя бы в Большую Жору. Потому что в Лебяжье все уже разрушено и поломано. Магазинов там нету, цены повышаются всегда. Потому что в детской жизни можно смотреть мультики, а в взрослой жизни это уже делать нельзя. Не сильно так хотеть взрослеть, потому что когда взрослеешь, понимаешь, что лучше было бы ребенком стать. Потому что на работе тяжело. Некоторые, например, дети говорили, что хотят взрослыми, а взрослые говорят, что хотят быть детьми. Нет, я не тороплюсь. Все же ребенком быть тоже хорошо. Да. Да.